Вернули на место. Следственный комитет вернул все документы подунской коммунальной компании, которые были изъяты в ходе обыска в начале февраля. Об этом заявили представители ПКК, в Следственном комитете информацию подтвердили. Среди ранее изъятого – десятки папок, которые касались работы управляющей компании, а также компьютерная техника, принадлежащая ПКК. Сегодня следователям Следственного комитета были возвращены документы, изъятые в ходе обысков, которые не представляют интерес для следствия. Надо полагать, что интереса для следствия никакие бумаги подунской коммунальной компании не представляют, поскольку речь идет о возврате абсолютно всех документов управляющей компании. Напомним, странные обыски в ПКК прошли 4 февраля. Что искали следователи, неясно. Позже прокуратура Иркутской области усмотрела в действиях Следственного комитета несколько грубых нарушений при проведении следственных мероприятий.